Привет, друзья! Сегодня мной с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, наш канал растет, расширяется, аудитория канала уже порядка 26 тысяч человек. Наш канал стал уже международным, то есть, ну, я вот насколько насчитал 95 стран мира, а там уже, я, честно говоря, уже потом бросил считать. То есть, ну, порядка 95 стран мира нас смотрят. Нас на канал, меня в частности, приглашают уже на радиостанции, как вы успели заметить, да. Ежедневно я провожу как внутрироссийские, так и международные скайп-консультации, которые, в принципе, ну, как бы пользуются успехом, и люди, ну, звонят, обращаются. На электронную почту я получаю порядка от 100 ежедневно до 400 писем ежедневно. Поэтому, если вот вы обращаетесь ко мне со скайп-консультацией, именно за какой-то конкретной помощью, то всегда указывайте в теме письма скайп-консультация, для того, чтобы я мог выделять из потока писем именно то, что вот вы хотите непосредственно живого общения какого-то. В общем, канал пользуется успехом, и я хотел бы немножко расширить деятельность своего канала. И для этого мне нужна ваша помощь. То есть, я бы хотел бы уже оказывать помощь, и тем более, ну, эта помощь востребована на земле. То есть, помогать конкретным собакам каким-то восстанавливаться в нормальные отношения. То есть, есть же случаи, когда собака находится в неестественных отношениях, и для того, чтобы скорректировать ее поведение, нужно изъять ее из того, вот, в общем, места, где она находится. И именно для этой цели мне необходима какая-то определенная территория. Я не сижу на месте, я зарабатываю деньги сам, поэтому мне, ну, не хватает. То есть я ежедневно, постоянно, практически, кроме того времени, что я сплю, я занят именно своим любимым делом, занимаюсь воспитанием собак там, и при этом умудряюсь еще зарабатывать какие-никакие деньги. Но суть не в этом. Сумма нужна достаточно серьезная такая. Мне нужна сумма порядка 300 тысяч рублей. Но сейчас мне не хватает порядка 110-120 тысяч. И я знаю, что есть у нас и состоятельные зрители, и зрители, которые могут, ну, просто каналу там перечислить там порядка минимально там 10 рублей, да, может быть, кто-то 100 рублей может перечислить. И судя по тому, что нас 26 тысяч, я думаю, что в принципе мы сможем насобирать эту сумму. Почему я говорю «мы»? Потому что, вот смотрите, будет какая-то территория своя собственная, и уже возможности для того, чтобы снимать, показывать вам что-то новенькое, там будут какие-то другие собаки, будут какие-то другие ситуации. В общем, смотрите, как бы это все равно произойдет рано или поздно, то есть это не отменяет того, что если даже я ни копейки не получу, я все равно буду развивать свой канал, все равно рано или поздно я возьму этот участок, скажем, на котором я буду заниматься именно с животными, заниматься с собаками, корректировать положение, и буду показывать вам, точно так же буду показывать, но это произойдет немножко позже. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на меценатов, которые наверняка смотрят меня. Я знаю это точно, потому что, как бы, общение с ними происходит. И вполне возможно, что кто-то и поможет. Так что, друзья мои, канал будет существовать, канал будет развиваться, поэтому все будет хорошо. Заслужите доверие, заслужите уважение, и с вами у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. Олег, надеюсь на вашу поддержку. Спасибо.